Все. А остальное, все это пустяки, вон он взял, блин, старенький телефончик, блин, и пошел на работу, блин. Тапочка, ну, рабочий. А новый? А новый дом. Вот так вот. Чтобы не потерять? Да. Блин, да жалко, блин. Он дорогой, блин. Подарок крутой, Олег. Подогнала тебе Динара с Николаем. Вот Динарочка, блин. Самое главное тебе любви, благополучия, счастья, здоровья. И чтоб ты была счастливая всегда во всей жизни. И чтобы у тебя было все нормально. Динарочка, от меня привет тебе огромнейший. В миллион, даже в тысячи миллионов раз. Самое главное, чтобы у тебя было все хорошо. Чтобы у всех все было, да, хорошо. Вот, да, вот я пожелание такое. Молодец. Там еще триммер надо тебе отдать. На днюху ж тебе подарили. Я знаю. Сегодня пойдем, я заберу его. Только я не знаю, как я его понесу, блин, штангу, блин, нет. Я Сашку просил, блин, со мной. Ну, с ним придете, заберете. И домой сразу. В сарай под замок, да, ладно, сейчас я человек попрошу, он мне поможет донести до ворот. И все. Или, может, весной отдать тебе его? Нет. Пусть лучше он лежит. Потом я его сейчас соберу полностью. И как весна, только что потом его бензин залил, обкачал, чтобы поршневая. И все, и потом можно идти работать. Все. Нет, давай с тобой сделаем это дело. Сделаешь все сам. Я, блин, я не брешу. Мне пох. Это, блин, заработка, это кормилица. Сейчас Колымы попрут летом. Блин. Только успевай по дворам бегать. Конечно. В день 3-4 двора можно долбить. А то и больше. Вот тебе 4 рубля сразу в день. А то и побольше. 10. Десятка в день выходит. На триммере? Да. Вот эта мазь попрет, Олег, со своим триммером теперь. А? Это да. Я не скрываю. Я говорю, как она есть. А что нету, я сразу нахуй выкидываю. Вот эти все мысли. Плохие мысли с головы, да, выкидываешь? Да. Все хорошо будет. Все будет отлично. Жизнь только начинается. Правильно, Олег. Меняем кардинально. Все будет тик-ток, как говорится, норманды, пока не дали тебе пизды. Вот как-то так. Ребят, не обижайтесь. Ну, говорю, как она есть. Так тоже бывает иногда, да, Олег? Иногда бывает.